Перед нами представники команди «Будівельник». Вони тренер команди «Ігор Сміхінікс» і гравець Реджина Джонсон Джуніор. Question to you. Just some comments about the game, please. I think both teams play hard, and they're a good team, and we made one too many mistakes towards the end, and usually good teams find a way to win like they did. Обі команди дуже сильні, і ми обі команди дуже сильно сражались. Ми зробили багато ошибок, тому все добре. Дякую. Тренер, коментуйте, пожалуйста, матч. Коментуйте, пожалуйста, матч. Чого ждали від сьогоднішньої зустрічі? Ну, мы, конечно, выходили побеждать и готовились. И знаем, что Киев Баскет одна из дисциплинированных команд, потому она сейчас и наверху таблицы. И не сыграли, мы можем лучше сыграть уже на этот момент. И как раз показатели на чужом щите, как мы обыгрываем команды, мы всегда берем больше мячей. Это дает нам второй шанс атаковать. Сегодня Киев нас обыграл в этом компоненте, да, мы проиграли этот компонент. Ну и такие где-то застопорились, что-то начали придумывать больше, что не надо, такие легкие два раза просто не выбросили из боковой. Это показывает, что были какой-то, поймали стресс, от чего поймали стресс. Да, Киев старался агрессивно защищаться и так далее, но нам довольно мастерства, чтобы таких ошибок не сделать. И эта ошибка не то, что просто ошибка, она еще психологически дает такое. И вот психологические моменты, мы слишком попали в такие ямы пару раз, которые Киев оторвался, да. Ну и концовка не повезло, да, концовке могло быть интересно, да. Там, в принципе, больше было, что Стивен бы забил, и была там последняя какая-то атака у Киева, но получилось, как получилось, да. Спасибо. Да, я хочу... Сегодня день такой, я в 2001, 2002, 2003 году работал с этим с клубом, с Киевом, когда начинал, да? И хотел сегодня преподнести подарок моей жене и дочке, которая родилась в 2003 году, 14 февраля в Киеве. В Киеве. Она родилась в Киеве, когда я работал. Так что ей поздравления. Зимшин с Дэна, Патриции, будь... Не получилась победа.